Вітаємо вас, шановні телевізійні глядачі. Сьогодні ми запрошуємо вас у новорічний танок. Спільно з людиною, яка займається цією справою, разом зі своїми вихованцями протягом усього року. І, до речі, вже не один рік. У нашій студії вітаємо президента Херсонського обласного відділення Асоціації спортивного танцю України Наталю Кузіву. Доброго дня! Здравствуйте. Я знаю, що дійсно рух для вас – це сенс життя. А як ви рухалися до цих новорічних свят? Що для вас особисто означає 2021 рік? Всегда с большой радостью ждешь традиционные праздники, которые отмечают и семьи в нашей стране. Конечно же, Новый год. Все в преддверии этого счастливого праздника, в ожидании всегда и чудес. А самое главное, суета, которая перед Новым годом. И в нашем клубе эта суета есть, и мы готовимся к своим новогодним праздникам. Год был очень насыщенный, несмотря на то, что COVID дает свое знать, и несмотря на определенные запреты, соревнования все-таки состоялись и проводятся с дотриманием, як кажуть, вимог відповідних. І, конечно, всі стараються тримати форму, тренуватися і посещати соревнования. Я знаю, що окрім того, що ви є президентом Асоціації спортивного танцю України, ваше дітище – це спортивно-танцювальний клуб «Променад», так? Напрямок «Бальні танці». Ви є і засновником, і керівником, і суддею міжнародної категорії. Розкажіть, будь ласка, про те, чим сьогодні живе цей колектив і, власне, коли він був заснований. Я с гордостью могу сказать, что на протяжении уже многих лет одна и та же команда педагогов работает в этом клубе. Хотелось бы сказать с большим уважением, это Бурбас Оксана, Алина Марковская, я, мы тренируем нашу команду на протяжении многих лет. Раньше было принято говорить, что на танцы нужно приходить с 5 лет, то сейчас, конечно, дети уже научились ходить и идут танцевать, и мы порой родителей сдерживаем, не спешите, не спешите, но в любом случае, если это все в игровой форме проводить, все ж не стоит на месте и развиваешь этот вид спорта, то наши клиенты это уже спортсмены 3,5 года. Есть, и ведь такие, так? Да, да, даже есть такие пары. В Херсоне проходили соревнования, и самая маленькая пара нашего клуба представляла наш клуб. Ребятам недавно исполнилось по 4 года. Они не только научились поклон делать, и они даже могут под музыку красивую форму держать, вальс, ча-ча-ча танцевать. С каждым годом это становится очень популярно и популярно. И мы стараемся, конечно, в нашем клубе тоже удержать любые возраста, начиная вот уже с 3 лет и заканчивая ребятами, которые называются группа «Хобби-класс», которым за, принято говорить, 40 и старше лет. Для того, щоб поринути в атмосферу вашого клубу, пропоную переглянути невеликий відеофрагмент, а потім повернемося до студії. Будь ласка. Лише деякі фрагменти з життя вашого клубу. Продовжуйте, будь ласка, розповідь про нього, ваш коментар до цього відео. На этом видео постарались собрать, в принципе, самые яркие события, самые результативные события пар. На протяжении года, как я сказала, турниров было немного, но все-таки они были. И не хотелось бы, скажем так, обидеть ребят, которые не попали в кадр в клубе. Где-то пар 25-30 конкурсных, которые стабильно принимают участие. Последние видео были с танцевального турнира «Киевская Русь», «Днепро Кап». И ребята
клуб «Променад» старался представить солидной командой около 12-15 пар на каждом соревновании. И, как я уже сказала, есть очень яркие результаты, финалисты и пьедесталы. В этом году, кстати, нам удалось с клубом побывать в Польше, несмотря на закрытые границы. Но поскольку наш клуб является представителем Херсонского отделения Ассоциации спортивного танца Украины, а в Украине насчитывается не одна организация, но статус национальный имеет только одна-две организации. И вот организация, которая называется АСТУ, Ассоциация спортивного танца Украины, в рамках этой федерации проходили и международные соревнования в Польше, на которых мы принимали участие. Тоже было очень много и кубков, и медалей, хорошие результаты. Спасибо этому году. Власне, недаремно ви маєте назву саме клуб. Це не просто те місце, де люди танцюють, так, різного віку. Це певне об'єднання однодумців, як вихователів, так і діток, так і їхніх батьків. Це спільні думки, подорожі, заняття, виступи. Що саме об'єднує променад? От що вас відрізняє від інших колективів? Насправді ж їх багато і в Херсоні, і в Україні, і в світі. Я наоборот за то, що за то, щоб любой клуб спортивного танца вносил свою лепту в развитие танцевального спорта. И нет такого сильного слова «видрезняв». Мы все за развитие танцевального спорта в Херсоне, в области, в Украине. Тобто ви за колегіальність, так, і за партнерство. Да, за партнерство. І за... все-таки я впевнена, у вас є свої родзинки, так? Возможно, есть наши изюминки. Я человек командный, люблю, когда все это делается командой, сплоченно. И есть такое понятие, что к паре за все развитие танцевального спорта не один тренер прикасается. Начиная с первого тренера, который закладывает базу, первые шаги, руками переставляет ножки, и уже попадают танцевальные пары дальше ко мне, и я развиваю более взрослый танец. Соответственно, посещая соревнования, посещая спортивные сборы, где много приезжают известных педагогов с разных стран мира, ребята принимают участие в этих спортивных сборах, тоже развиваются, тоже прикасаются к другим педагогам. Это закаляет, конечно, прежде всего здоровье, но самое главное – это дисциплина, внутренняя дисциплина. И я всегда стараюсь своим ученикам доносить, что надо быть красивым человеком в жизни и на паркете быть красивым. Нести, конечно, самое главное, уважение и к одноклубникам, и к маленьким танцорам, уважать соперников, уважать всех спортсменов, которые не стоят на месте, развиваются. И должна быть красивая борьба, должны быть красивые соревнования. Самое главное – любовь, сплоченность и уважение друг к другу. Не только спорт. Власне, хореографія – це особливий вид мистецтва, так? Це не просто рух, це відчуття такту, відчуття музики, її треба пропустити крізь себе. Це і насправді красивий зовнішній вигляд, не тільки внутрішній. Да, естетика. Це дуже красиво виглядає, і щоб виконати танок на відповідному рівні, треба до цього дуже ретельно готуватися. А, власне, як вам приходять ідеї постановок, створення композицій, костюмів? Це ж яке має бути натхнення, щоб протягом стількох років стільки діточок підготувати до виступів відповідальних? Звісно, все пропускаєш через себе, починаючи і костюми, і імідж пари. Все происходит, все родители советуются с тренером. Но сейчас в наше время настолько очень много развито, много школ по макияжу. И когда, если раньше на соревнования мы ехали, и я в 4 утра просыпалась и расписывала своих танцоров, чтобы прически всем сделать, всех накрасить, и мальчиков, и девочек привести в порядок, то сейчас работает очень много групп.
визажистов, парикмахеров, которые готовят ребят к соревнованиям. Каждый, конечно, тренер отталкивается на свой вкус и советует, конечно, свои какие-то там видения, направления актуальные. Родителями вместе советуемся, обсуждаем, какие костюмы, какой имидж пары должен быть на турнире, пожелания, прислушиваемся друг к другу. Соответственно, результат вы видели, все пары красивые на паркете. Безперечно. А якщо повернутися на певний відрізок часу і згадати той момент, коли ви особисто захопилися танцями. Розкажіть, будь ласка, як це було і як ви прийшли до сьогодення? Мені було 12 лет. Я увидела об'явлення на столбі. Сейчас это не актуально, но тогда пришла с объявлением домой, говорю: мама, это стоит 5 гривен в месяц, бальные танцы, я хочу на танцы. Да, иди. И вот пошла, первые шаги свои делала ДКТ. Тогда это было очень серьезно, были большие наборы, стояло очень много детей, желающих танцевать, и была комиссия танцевальная. Был конкурс, так? Конкурс, да, был конкурс, конкурсный отбор был, сидела комиссия, нам заводили в зал по 10 человек, показывали движения, и мы пытались их повторить, и нас отбирали. И вот так меня отобрали в студию, я себя проявила хорошо за ближайший месяц-два. Меня забрали в коллектив более опытный, в основной состав бального танца. И так пошла моя история, которая стала моей всю жизнью танцевальной. Бывает так, что люди, которые имеют певний профиль работы, у повсякденному житті уже оминають цю справу. А от, наприклад, коли ви збираєтеся з друзями чи святкуєте Новий рік, ви танцюєте? Звісно, танцюю. Тим більше всі знають, що я тренер, танцюю, і говорять: так, Наташа, давай нас научи чему-нибудь, каким-то новим движением, какие-то мастер-класси. Даже если я вижу, компания наша скучает, говорю: так, давайте, все поднялись, включаю музыку, что-то показываю. А як ви, власне, зустрічаєте Новий рік? Яка є традиція для вас? Чи кожного разу якийсь сюрприз чи несподіванка? Если говорить за клуб танцевальный, то всегда была традиция в конце, ну, получается, в конце января мы делали традиционный праздник клубный, где собирались все возраста, делали огромные выступления. Почему эта традиция немножко приостановилась, хочется ее возобновить. Время, скажем, нас заставило немножко задуматься не до праздников, не до больших каких-то танцевальных событий. Вот сейчас COVID, и все это проходит в более в узком кругу. Обязательно хочется отметить танцоров, готовим сюрпризы нашим танцорам. Коли говорять про Новий рік, нерідко згадують новорічний стіл і те, що готують. Чи є у вас певний особливий підхід до харчування? Ось що зазвичай є на вашому новорічному столі? І чи дотримуєтеся ви дієти в силу своєї професії? Ваші поради танцівникам? Хороший питання. Благодаря ковіду, який був, нас заставив немножко посидіти вдома, я змогла реализовать свои мечты. Я очень люблю готовить, и моя семья всегда вкусно кушает. И благодаря вот этим вот, как говорится, не бывает худо без добра. Я закончила много курсов онлайн у ведущих поваров Украины и научилась еще каким-то вкусностям, стараюсь. Даже страницу в Инстаграм открыла, там, где я выкладываю свои блюда. Конечно, это должно быть правильное питание. И одно из ярких блюд моего новогоднего стола – это будет индюк запеченный. Да. Индюк с разными с тыквенными вкусностями, оливками,
різними інтересними добавками. Я думаю, що є можливість зазирнути на ваші сторінки в соціальних мережах і дізнатися про тонкощі цієї справи. Ну, я зрозуміла, що ви людина, яка не може стояти на місці, весь час вдосконалюється, а в професійному плані щодо хореографії, як ви вдосконалюєте свою майстерність? Каждый раз это только развитие, не стоять на місці, бути постійно в курсі всіх ярких событий в Украине, в мире. Клуб постоянно посещает всевозможные сборы с ведущими тренерами, педагогами. Вот сейчас в конце января будут проходить сборы, где будут присутствовать наилучшие педагоги мира. И где я, как тренер, со своей командой мечтаю попасть на эти сборы, чтобы уровень танцевальных пар и уровень мой как педагога рос, не стояв на місці. Звісно, постійно це майстер-класи. Є моменти порівняння, знову ж таки, своєї майстерності, майстерності вашого колективу з підходом до цієї справи за кордоном, наприклад. Ви відстежуєте, які там є напрямки, тощо, тенденції? Украинские пары считаются самыми сильными парами в мире. И на самом деле в Европе не так сильно развивают именно детское танцевание, как в Украине это развито. Больше они у нас учатся, как развивать детский танец. В Европе немножко так, хочешь – танцуй, нет – не танцуй. И там меньше вкладывают средств в своих детей, чем в Украине. На жаль, час завершувати наше спілкування. Традиційне прохання висловити своє побажання нашим телевізійним глядачам. Я думаю, що вам є що сказати, так? Да, я от всей души хочу пожелать всем жителям города Херсона, всем семьям, пожелать здоровья. Это такое важное сейчас для нас качество быть здоровым. Пусть будут здоровы ваши семьи, ваши детки, родители. Обязательно любовь пусть присутствует в ваших семьях. Радости побольше, побольше ритмов танцевальных. Включайте музыку, веселитесь. Это продолжает нашу жизнь. Это делает нас более счастливыми. И не стесняйтесь, приходите, мы вас научим танцевать. Самое главное – беречь друг друга, любить и радоваться. Щиро дякую за побажання. Вас також з новорічними та різдвяними святами. З нами була людина, яка закликає вас не боятися рухатись, да, почуватися гармонійними і щасливими. Дякуємо ще раз. Спасибо. До нових зустрічей. З Новим роком!